Название «крылатая акула» особенно подходит скату, который называется «пятнистый орляк». Своими движениями он напоминает птицу. Обитая на мелководье с песчаным дном, он питается моллюсками и рыбой. Это один из самых крупных скатов на Багамах. Несмотря на изящный внешний вид, размах его крыльев может достигать 3 метров, а вес — 230 килограммов. Но несмотря на размеры, у него тоже есть враги. Этот орляк лишился хвоста. Вероятно, его откусила акула или мурена.